Друзья, привет! Сегодня вот смотрите, хотела кое-что вам сказать, рассказать. Я тут заметила недавно, что вот у нас были подписчики, я на кого-то подписывалась, кто-то на меня. Потом в один прекрасный момент у меня перестали приходить оповещения, но видно, человек от меня отписался. Вот, и тут Мариночка с канала «Как приготовить Мариночка» называется канал. И у нее есть второй канал, я на него была, помню, подписана, и мы что-то с ней разговорились. Я говорю: слушай, я не пойму, почему-то я не подписана на тебя. Вот, она говорит: ты зайди, посмотри колокольчик. Я зашла, посмотрела, я говорю: у тебя не прожимается колокольчик? Ну, я этого всего не знала, что надо отписаться и заново записаться. Она говорит: ты от меня отпишись, потом заново. Я так и сделала, этот колокольчик, он появился. Вот, и я так подозреваю, что многие, вот у кого у нас была вот такая вот взаимная дружба, многие наверняка отписывались, потому что не видели от меня никакой активности. Но, друзья, мне ничего не приходило, никакие не оповещения, ничего. С первыми там комментариями, да, я стараюсь заходить и как можно быстрее, и все эти манипуляции проделывать. Вот, и поэтому, если вот у кого такая ситуация, вот просто вот буквально 2 дня назад я один канал потеряла. Вот, потом я его где-то увидела, этот канал, он писал комментарии под каким-то видео, не под моим. И я тогда его нашла, я заново зашла, смотрю, у меня колокольчик не прожат, он, ну, перечеркнут. Я от нее отписалась, от этого канала, заново прописалась и прожала колокольчик. И тогда только смотрю, она ко мне тоже, смотрю, появился у меня подписчик. Вот, чтобы это просто, знаете, не было недоразумений. Вот, смотрите, зашли мы в творческую студию, на комментарии, вот спам. Ну, как говорят, то, что якобы надо, чтобы не способствовать спаму, удалять. Вот у меня первый, Алекс Ветеран, я его знаю. Вот, ну, как бы, этот канал знаю, я, естественно, я его из спама вытащу. Вот, только лучшие рецепты. Я этот канал не знаю, да, но вот они пишут. Нельзя, потому что писать взаимку, там это. Ну вот аппетитно выглядит, я не знаю, почему Алекс попал в спам. Но говорю, я его вытащу. Но я захожу редко в комментарии, в спамы, поэтому вы, если пишете, я не отвечаю там, потому что я просто не вижу эти сообщения. Есть вот этот, да, только лучшие рецепты канал. Я не ответила ему взаимностью, я не подписалась. Почему? Потому что его просто у меня нету. Вот сейчас я увидела. Дальше. Ой, сейчас, секунду. Вот, Анюта Каплина. Спасибо за видео, приходите в гости. Тоже я ее знаю, я ее вытащу. Дальше канал. Эшбэк ТВ. Ну, Эшбэк ТВ... Здесь смотрите, когда он пишет: 313 подписчиков, привет, друзья, я подписался на канал, жду тебя тоже на мой канал, выручай, друг. Ну, то есть здесь вообще все-все слова, можно сказать, спамеры какие-то. Ну, вот реально, так вот то, что он написал, вообще ничего нельзя писать. Дальше. Cool Club Man. Приветствую, отличный обзор. Познавательно, у вас понравилось, я с вами жду к нам на чай. По какой причине он попал в спам? Единственное, я как могу объяснить, копируются просто сообщения и всем рассылаются. Это тоже YouTube расценивает как спам. Так нельзя делать. Так, дальше. Зайцев Владимир. Посмотрел, понравилось, подписался и лайк. Удачи в развитии. Здесь тоже, да, видите, что здесь все то, что нельзя писать. Вот неравный брак. Я не поняла, почему они сюда попали. Оксан, ты, наверное, просто это одно и то же все, что ли, шлешь? Я ее тоже вытащу, я знаю этот канал. Кутузовый лайф. Привет, классное видео, давай дружить, подписали, ждем гости. Здесь тоже, да, вот вы видите, что нельзя это писать, но тем не менее человек постучался, подписался, да, этого я опять не вижу, потому что он в спаме. Вот, и поэтому я не подписалась взаимно. Может быть, поэтому некоторые там, ну, не то что обижаются, не ходят. Ну, не знаю, как объяснить. Вот. Ирина Квитковий Рай. Я ее знаю. Тоже, что она пишет? Привет.
приправы хорошие, от друга там, ну, вот этот лайк, погоде не позавидуешь. Но единственное, да, я знала, что, ну, как слышала, что вот эти вот лайки тоже нельзя пальцы вверх ставить. Я не знаю почему, но Ирина здесь ничего такого в принципе не написала. Я знаю Ирину, я ее, конечно, буду вытаскивать. Тех, кого я не знаю, и конкретные спамеры, я вытаскивать не буду. Вот, океан счастья. Спасибо за видео, с большим удовольствием посмотрела и послушала. Остаюсь с вами. Тоже ничего здесь криминального. Естественно, я зайду на этот канал «Океан счастья», я тоже поддержу этот канал, потому что я не вижу здесь спама. Добрые дела. Давно знаю. Ну, как давно? Ну, знаю я этот канал. Вот сколько он со мной уже? 3 недели. Вот, я знаю этих ребят. Вот, естественно, я их вытащу. Очень понравилось ваше видео, с удовольствием посмотрел на вашем канале. Чизкейк у вас просто замечательный. То есть он даже описал, про что видео, да, чизкейк было слово. Так, неимоверно красивое видео, очень понравилось, с удовольствием посмотрела его на вашем канале, желаю вам творческих успехов. Это, ну, про цветы, да, вот это тоже почему забанили. Я не могу сказать, что это было скопировано, потому что, ну что, он ко всем к чизкейкам ходит и всем копирует, оставляет сообщение, нет такого. Так, вот этот канал, ой, сейчас мне так не видно, Энгок, ой, я не знаю, я не смогу это прочитать, что он здесь мне написал. Привет, друг. Ну, короче, он меня ждет с ответным визитом. Не знаю, почему его блокнули. Япония вот ко мне стучится. Это я тоже не знаю, надо его вытаскивать или нет. Пишет, что просто хорошее видео. И тоже, пожалуйста, ну, к нему он меня ждет, пожалуйста. Шеф-повар Рахматула. Здравствуйте, удачи. Колокольчики и лайки, за это его туда кинули. Вот, Инесса Баронесса, прикольная подборка. Что она такого написала? Ну да, прикольная подборка. Я именно подборку и выложила. Инессу Баронессу я знаю, естественно, я ее вытащу. Вот, то есть за то время, сколько вот, ну, я не заходила сюда на комментарии, на спам, 17 штук собралось. Вот опять добрые дела. Неимоверно позитивное видео, мне очень понравилось, с удовольствием посмотрела. И посмотрел на вашем канале. Конечно, я тоже добрые дела вытащу. По какой причине, да, вы видите, что кто явно спамит, попадают сюда, и кто нормально пишет. По какой причине это происходит, я сама не знаю. Но, друзья, кого я знаю, я, естественно, вытащу. Вот, и, естественно, я подружу. Ну, вот с Ириной-то мы дружим. Этого я не знаю. Океан счастья, зайду, конечно, я буду дружить с этим каналом. Кутузовы лайф, Зайцем Владимиром мы, по-моему, дружим. Кул Клуб Мэн, ну тоже ничего такого, да, не написал. Это вот, Эшбэк ТВ, о, накатал, да? То есть, короче, вот как-то так. Я просто к чему? К тому, что, ну, чтобы не обижались и не думали, что я недобросовестная там или еще что-то. У меня много подписчиков уже, которые стали вот близки, как бы общаемся, заходим, да, которые вот понимают то, что я не могу каждый день там бегать, а через день, через два, но я обязательно зайду. Вот, так что, чтобы не было недоразумений, ребят, я вот это вот выложила, ну, сняла вам. Ну, в общем, вот такой вот обзорчик я вам хотела показать. То есть здесь вот и те, которые подписаны, может, зайдут, они увидят это видео, по какой причине я к ним не захожу и что-то в ответ им не пишу, там, не прожимаю ничего, потому что я не знала, что они у меня есть. Вот, они, оказывается, есть. И есть те, с которыми вот мы общаемся. То есть тоже почему-то они в спаме по какой-то причине. Чтобы не было потом недоразумений, что я вот такая растекаю. Ну вот и все. До встречи. Девчонки, еще хочу вот к тому видео, которое до этого вышло, обратиться к девочкам, а конкретно Катина семья и школа выживания мамы. Я, блин, вот до сих пор на эмоциях, я понимаю, да, надо как-то себя взять в руки, наверное, остановиться, да, на этом. Но я высказала свое мнение. Ладно, уж фиг с ним. Я просто хочу извиниться перед вами. Резко там высказалась, наверное. И так вот, знаете, задумалась о том, что это вот не я, да, одна такая, кто вот на эмоциях и неправильную информацию воспринимает.
Вот, наверное, у нас такая ситуация-то и происходит, потому что большинство людей воспринимают либо неправильную информацию, либо так, как им удобно. Я вот, например, восприняла информацию действительно не как мне удобно, а против себя, что ли. Ну, в общем, приношу свои извинения, девчонки.